Здравствуйте, я Почуйна Юля, это мой любимый мишка Сава, мой вдохновитель по анимации. Я сама создаю мультфильмы. Когда их снимаешь и рисуешь, ты чувствуешь себя создателем чего-то невероятно сказочного и волшебного. Вместе с персонажем ты ощущаешься в этом волшебном мире. Через мультфильмы мы передаем все свои чувства и эмоции. В мультфильмах всегда становится невозможным возможным и сбываются все мечты. Еще я являюсь участником фестиваля «Волшебный фонарь». В этот раз я участвую с мультфильмом «Безумное чаепитие». В этом году я бы очень хотела бы снова стать членом молодежного жюри. Я этой работой очень дорожу. Мне очень нравится оценивать работы других участников. Просматривая их, ты отдыхаешь душой, вдохновляешься на новые проекты и не ощущаешь непередаваемой радости и счастья, когда вручаешь приз самому автору мультфильма или фильма, который сам оценил. Всем участникам я желаю удачи и вдохновения. Спасибо за внимание.